the shit I'm seeing. Human beings screaming vocal javelins. Sign of a local nigga unraveling. My wandering got my ass wondering. Пиво есть пиво. Нечто из янтаря. Наконец-то хоть что-то приходит в индикатор. Погребение и баня реальная. Нечто из янтаря. Ладно, мне все больше и больше нравится. Очень жесткий трок, но ладно, ради аниме Элизова. Возьму червь, неплохо. Пальцем тык-тык-тык-тык готово. Очиститесь огнем! Темное видение, будем раскапывать нечто из янтаря. Хорошо. Такая карта, которая уничтожает любую арену. Третья легендарная карта. Ну типа привет. Ну ладно, поехали Туэрсан. Значит, Рагнарос и его подданный. Погнали, еще одного прислужника Рагнароса. Мега массовка, очищающая все на этом пути. Рожатра, блядь. Итого, дамы и господа. У нас арена выглядит следующим образом. У нас есть первопроходец Элиза, у нас есть император Туэрсан, у нас есть Рагнарос, у нас есть два нечто из янтаря, которые также могут вызвать Рагнароса, и у нас есть одно темное видение, которое тоже могут вытащить нечто из янтаря. Ну и, конечно, всякие фолианты заговорщика, ремувалы и так далее. Проверим! Ну а перед тем, как продолжить, рад сообщить вам, что в создании этого выпуска нам помогла игра с шикарной графикой World of Warships. А знаете, кто продолжает праздновать свой день рождения и дарить всем подарки? Правильно, World of Warships. Представляются сами разработчики, а именно устраивают конкурс у себя на официальном YouTube-канале. Он будет продолжаться до 23 октября, и 25 октября на стриме будут подведены итоги и оглашены победители. Думаете, выиграть тяжело? Нет, ведь разыгрываются сразу 4 приставки PlayStation Pro, а также гарантированные внутриигровые подарки. Почему гарантированные? Потому что их получат все, кто участвует в конкурсе. Так, а что же надо сделать, чтобы стать участником? А, все просто. Подпишись на официальный YouTube канал Кораблей, поставь лайк и поделись конкурсным видео. В нем также подробности о розыгрыше. И, наконец, заполните анкету участника, которую можно найти по ссылке в описании официального видео. Видишь, ничего сложного. Пойду-ка я регистрироваться, лишняя приставка не помешает. Но хуже уже не будет. И бац, 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 что было слева? Бац, 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 бац. Ну, как иначе? Kill to zad, 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 kill to zad. Холодные тьмы, повинуйтесь зову kill to zad. We're having a barbecue. Calvin has the chair, setting up the chair. Trevor has the... Trevor, what are you doing? Don't do that. Try to put the dogs on the grill. No. Ой, нет. Whoa, what is going собачка, on? Доги, доги, не. Oh, Trevor, Trevor, put that knife down. Trevor, can... Oh, Trevor. This is why we pay him the big. Whoa, yikes. Ooh. That's not the recipe. Not so much. Ooh, блядь. Если чё, это шутка. На самом деле это постанова, это был манекен. С ним всё в порядке. Это просто была плохая шутка. С ним всё в порядке. Поверьте мне, я знаю этого человека, мы с ним вместе снимали эти приколы. С ним все полностью в порядке. Он жив, цел, здоров. О! 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 Птичку жалко. Интересно разворачивается катка. Где мои колёса? Киберпанк 2077 Memes Compilation. Как ты это сделал? Блять.
Мемасики, еее! В дерево? Как он в дерево воткнул? Продуктом, сука. Мне больше Ханта жалко. Что бы он ни выставлял, оно все уничтожается. Блять, это что за Соник был в коробке? Да, fuck, mate. Бля, нам пизда. Нет, 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 нет. Это знаешь, как мемасик такой. О-ну-ну-ну-ну-ну-ну. О-ну-ну-ну-ну-ну. О-ну-ну. О-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Провокатор. Ты что, дурак, блядь? О, ну, 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 ну. Быдло ты ебаная, блядь. Знакомьтесь, это снежные бараны. Мудаки животного мира. Это я. От природы у них большая часть черепа заполнена монтажной пеной, что помогает избежать от попадания в голову у Рагнароса. И естественно, да-да, что при таком раскладе у них в почете является нанесение крысиным ударом со спины по яйцам. Для начала баран начинает подъебывать, типа «Ахаха, я же не попал, так чисто, проверил реакцию». И вдруг, да, это был щекотливый крысиный удар. Со спины по яйцам. Пыль идет прямо, не оборачиваясь, показывая, кто... Добавим света. Мне нужны ответы. А, ну да, ну да, пошел я нахер. Ну-ну-ну-ну. Если сейчас выйдет Лерой Дженкинс, вы меня больше в Хардстоуне не увидите. Ух, срань господня. Превратился в Рагнароса, блядь! Этот человек пиздит. Победитель!